воскресенье. Снег идет вторые сутки. Бедные дворники. Дороги чистить не успевают. Но мы едем. Нам же надо. Дорога, это кошмар. Черт возьми, не машина, а лыжи. Самые настоящие. Ужас. Вот она, настоящая русская зима. Наконец-то свершилась. Машин, конечно, меньше сегодня, можно сказать, почти нет. Но, тем не менее, народ куда-то едет. Америка, наверное, встала бы наглухо. О, скорость спешит.